Всем привет, Дмитрий, компания Ферзь. Сегодня мы разбираем следующий кейс. Bentley Bentayga. Улучшаем звучание этого автомобиля. Как я ранее говорил, на этой платформе на ваговской создано несколько одинаковых машин. Это у нас Bentayga, это у нас Urus, это у нас Q7, Q8, еще какая-то, не помню. Не суть. Вот. Все машины одинаковые, все здорово, базовая мультимедиа, базовый Bang. Нет, не базовый. И эта машина прям вот даже разочаровала. То есть, несмотря на свою премиальность, дальше я вам покажу обзор, по акустике здесь совсем грустно. Вот. Но, тем не менее, здесь как бы особенность, что человек не хочет разрушать эту машину, она должна остаться в Bentley, и наша установка должна быть минимальное вмешательство. Поэтому, хоть и многие говорят, что помешался на Морель, вот, но Морель и в данном случае Helix решают звук в этой машине. То есть мы поменяли только акустику, и звук в машине изменился до неузнаваемости. Это, в принципе, понятно, потому что базовые бумажечки оказались очень громкие на средней частоте. Полностью отсутствовал бас. Вы поймете дальше, почему. Вот сейчас эта машина с сытым, шикарным, мягким басом, шикарным звучанием от Морель. Модернизируйте свои машины. Не бойтесь, не вмешивайтесь глубоко, если боитесь. Все можно делать пошагово. Вот как в этой машине. То есть дальше вот эта машина уже не будет точно дорабатываться по звуку. Мы не претендуем на аудиофильство, мы претендуем на то, что вы сразу услышите разницу в качестве звучания. Слушайте дальше. Bentley. Хороший автомобиль. В нем стоит очень серьезная динамика. 25 сантиметров. Хороший саб. Мочит, прям долбит. Наверное. А точнее, не долбит ни хрена. Двери. Ребят, это Bentley. Разве так можно? Передняя дверь. 8 дюймов. Низкочастотник. Бумажечка. Такая вот простенькая штучка. Без всякого изобретения. Но простенькая, не простенькая. Видите, какое ограничение. То есть это и все, что мы можем сюда поставить. Но есть выход. Морель. Штука. Так, ну а тут нам вообще делать нечего. Мы сюда просто не залезем. Среднечастотник остается, пищалки тоже. Ну, теперь послушаем. Не очень честно, но баса теперь очень много, даже штаны шевелятся.